Здравствуйте, эфир продолжает программа «События». В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Повысить правовую грамотность председателей советов многоквартирных домов. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями Кировского района в рамках регионального партийного проекта «Мой дом». 30 лет заботы и помощи. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила сотрудников городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки с юбилеем. Аллея экологических идей, выставка экопродукции и концертные площадки. В Струковском саду проходит фестиваль «Природа, экология, будущее». Глава Самары Елена Лапушкина продолжает встречи с жителями города в рамках партийного проекта «Мой дом». Одна из таких встреч прошла в Кировском районе. Подробнее расскажет Ольга Волкова. Повысить правовую грамотность в сфере ЖКХ, научиться добиваться от управляющей компании выполнения обязательств, правильно заполнить все документы или провести собрание жильцов. Региональный проект «Мой дом» продолжает помогать жителям многоквартирных домов в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Проект создан по инициативе губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Главная задача – повысить правовую грамотность актива многоквартирных домов. Потому выбрали формат обучающих выездных семинаров. За два года организовали более 200 таких встреч. В них приняли участие порядка 7 тысяч активистов. Одна из таких встреч прошла в Кировском районе Самары. В первую очередь глава города Елена Лапушкина и глава района Игорь Рудаков объехали территории, откуда поступали обращения. Так, жильцы дома по улице Старозагора 267В просили оказать содействие в ремонте внутриквартального проезда и тротуара возле 77-й школы. В зимний период, например, тротуар образовывается колея, то есть детям невозможно пройти к школе. Вот. Зачастую автомобилисты нарушают скоростной режим. То есть совсем небезопасно находиться здесь в настоящее время. Вот. И многие жители просят, в общем-то, организовать здесь благоустройство. Уже в этом году вопрос будет решен. До того пересечения полностью, до того пересечения. Значит, мы схему уже согласовали, карточку по знакам все согласовал, объем работ есть, все посчитали. Короче, тротуар делаем в границах забора, стандартной нормальной ширины. Дальше свободная часть, парковочный карман. Аналогичным вопросом обеспокоены и жильцы домов на пересечении улиц Черемшанской и Пугачевской. В наш микрорайон нет въезда со стороны перекрестка улицы Пугачевской и Черемшанской. То есть родителям школы 50-й, садика 462, чтобы отвезти детей, приходится делать огромный крюк. Вопрос также решится в ближайшее время. Дорогу к школе проложат уже в этом году. Работы идут. Сейчас городские власти сносят незаконные гаражи. Следующий этап – прокладка дороги и обустройство тротуаров. Сегодня мы увидели, да, что, конечно, крайне неудобный подъезд и подход тротуар к школе 77. Посмотрели, какую схему разработали, посмотрели сроки выполнения. К 1 сентября успевают, и поэтому будет достаточно места и для парковки машин, и машины не будут мешать проходу детей и родителей к этой школе. Следующая территория – это такой получастный сектор, где тоже есть вопросы по подходу непосредственно к школе, где тоже возникают вопросы по асфальтировке. Конечно, там нужен тротуар. Посмотрели, что можно сделать, какие правильные решения принять. Также глава города осмотрела территорию рынка в 15-м микрорайоне и улицу Енисейскую возле парка 50-летия Октября. Итоги объезда Кировского района подвели на семинаре с активом советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Мы встречаемся в рамках проекта «Мой дом», который в свое время инициировал и запустил в жизнь губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Действительно, очень много в рамках этого проекта уже сделано, но, тем не менее, жизнь не стоит на месте. Возникает новый вопрос. Вопросы, и у нас возникают новые ответы. Нам бы очень всем хотелось, чтобы вы действительно как можно активнее в этом проекте жили, существовали, задавали нам вопросы. И все это для того, чтобы и ваши дома, и ваша жизнь стала намного комфортнее. Эффективное управление многоквартирным домом – задача непростая. В помощь председателям МКД запустили ресурсные центры, где ведут работу по приему жителей и консультированию инспекторами госжилинспекции. А современная и удобная платформа ГИС ЖКХ обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. На территории всех муниципальных внутригородских районов будут создаваться центры поддержки активов МКД.
Для чего эти центры? Каждый активист может прийти по указанным адресам. Естественно, график работы, все это флайером еще также будет доведено. И мы там будем обучать и подсказывать. Администрация города оперативно отрабатывает все обращения самарцев, поступающие в соцсетях через Центр управления регионом Самарской области и Муниципальный центр управления. Большой объем обращений касается сферы ЖКХ и управления многоквартирными домами. Поэтому встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Выход из подъезда всего тут 7 метров. На детскую площадку дети бегут. Мы просили установить как называемый лежачий полицейский. Вот эти асфальтированные неровности нам администрация установила. А знаки о том, что они есть, их нет. Представитель департамента транспорта заверил, что предупреждающие знаки появятся в июле. Несколько вопросов касались ремонта дорожного полотна. Пугачевская, 19, Крылова Светлана Владиславовна. У меня такой вопрос. Когда будет восстановлен пешеходный тротуар от проспекта Металлургов по Пугачевской до остановки Хлебзавод? В настоящий момент работы ведутся по нечетной стороне. По Пугачевской от Победы до Металлургов. Прошли уже один квартал с демонтажом. До конца июля мы по нечетной стороне, вот, которая прилегает к садику, восстановим в полном объеме. Кроме того, в этом году полностью приведут в порядок улицу Магистральную в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В течение 2 недель отремонтируют улицу Земица. Улицу Алма-Атинскую от Московского шоссе и до улицы Олимпийской включат в план ремонтных дорог на следующий год. Сейчас там идет масштабная перекладка труб. Многие вопросы касались благоустройства. Победа 145. Это... вечерняя школа там раньше была, 8-я, единственная в городе Самара. Судьба какая будет у нее? Действительно, в связи с приостановкой образовательного процесса как школой, в настоящее время рассматривается возможность провести ремонт и вернуть здание обратно в систему, как детский сад. Также на встрече поднимались темы озеленения и содержания озер. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов администрации города и представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, которым жители района смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Все вопросы в адрес городской администрации взяли в работу. Ольга Волкова, Николай Епифанов. События. Забота и помощь тем, кто в этом нуждается. 30 лет исполнилось Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила сотрудников ведомства. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары отмечает 30 лет. За эти годы ведомство прошло долгий путь. Формировались органы защиты и поддержки населения. Было принято 12 социально ориентированных программ. Семьи с детьми, ветераны, дети, инвалиды, сироты – всем им сегодня помогают специалисты ведомства. Это был вызов времени, требования времени. Убеждена, что и в дальнейшем у нас эта структура сохранится, будет только развиваться, будет приобретать новые компетенции. Я на многих мероприятиях вижу, как они окружают заботой и вниманием всех своих подопечных и понимают, что это делается очень искренне, а не в рамках должностных полномочий. На юбилей собрались действующие специалисты департамента и те, кто работал раньше, представители общественных организаций. Я больше 10 лет возглавляю организацию. И очень тесно мы сотрудничаем во всех направлениях, потому что именно ветераны, которые в возрасте, они нуждаются в этом. А социальная работа, она очень такая неблагодарная. Я вот считаю, что этот департамент один из самых сильнейших в нашем городе. Ветераны службы отмечают, что люди на работу в департамент приходят неравнодушные, всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Ведь, попадая в трудную жизненную ситуацию, горожане обращаются именно в эту структуру. Любовь Гришина сегодня на пенсии. 20 лет она проработала в отделе кадров департамента и сегодня говорит о том, каких принципов всегда придерживались ее коллеги. В первую очередь доброта, чтобы относиться к людям, в общем-то, с душой. Департаменту, конечно, процветание. В праздничный день состоялась церемония награждения специалистов, которые внесли большой вклад в развитие службы опеки. Результаты работы самарского ведомства отмечают и в других регионах. По реабилитации детей, инвалидов, я был на форуме в городе Евпатория. Когда я показал видеоролик, рассказал, как у нас вот обустроен пляж для вот как раз такой категории, это просто произвело большое удивление и уважение. И я знаю, что многие регионы это приняли, так сказать, на свое вооружение.
Сейчас в Самаре реализуется 69 мер социальной поддержки граждан, 28 из них за счет местного бюджета. Благодаря главе города были введены беспрецедентное количество мер поддержки. Это 8 мер для семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, для многодетных семей, для детей-сирот. А самое главное, благодаря этому у нас стали многодетные семьи получать социальные выплаты на приобретение жилья. В Самаре ежегодно проводят более 450 социально значимых мероприятий с участием не менее 50 тысяч человек. Развивается система отдыха и оздоровления детей. Светлана Кудрявцева, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События. Тем временем на самарских пляжах продолжается подготовка к купальному сезону, который откроется через 2 недели. На первую очередь с набережной привезли оборудование – раздевалки, лавочки, урны и многое другое. Об этом подробнее далее. 15 июня в Самаре официально начнется купальный сезон. Но уже сейчас городские пляжи постепенно заполняются отдыхающими. Кто-то приходит загорать под долгожданными теплыми лучами солнца, а кто-то уже проверяет воду. Чтобы самарцы и гости города чувствовали себя комфортно, профильные службы заблаговременно начали подготовительные работы. Лавочки, раздевалки, урны и другие атрибуты пляжного отдыха. Всего появится порядка 1400 единиц. Из них 221 обновили, либо докупили. Сначала оборудуют берег в районе первой очереди набережной, затем специалисты привезут все необходимое на пляже возле второй и четвертой очередей. На других городских пляжах оснащение появится сразу после завоза и планировки песка. Подрядчик трудится ежедневно с 5 часов утра. Мы торопимся к 15 июня пляжи открыть в срок. Все делаем для этого возможное. Зависит, скажем так, от того, как люди с пониманием отнесутся. То есть, ну, потому что уже хочется и загорать, и купаться. А так как по пляжу будет ездить тяжелая техника, конечно, просьба с пониманием отнестись, и это будет намного быстрее. Житель Самары Максим Чижов с первыми лучами солнца торопится к воде, чтобы освежиться с утра. Так любит Волгу, что признается, купальный сезон у него практически круглый год. Но летом отдыхать комфортнее, благодаря пляжному оборудованию в том числе. Потому что это очень приятно и удобно, ну, радоваться Волге, радоваться комфорту. И хотел бы обратиться в то, чтобы все берегли оборудование, которое будет выставляться сейчас на пляже. И, ну, вообще и любили друг друга, и учились дружить друг с другом, потому что сейчас лето наступает, время радости и какого-то взаимного открытого общения. В целом, в этом году, как и в прошлом, на пляжах установят диваны и лавочки с навесами, тенты в виде грибов, качели, горки, а также оборудуют детские зоны, обозначив их специальными низкими заборами. Такие лягушатники для ребят планируют оборудовать возле первой, второй и четвертой очередей набережной. Также специализированное оборудование разместят в 2 зонах рекреации «Доступный пляж» для маломобильного населения. На них будут работать волонтеры, которые будут встречать и провожать к месту купания. Имеет специальные сходни в воду для облегчения захода в воду и специальные настилы, и, кроме того, специальные раздевалки и туалеты для инвалидов. Всю доступную акваторию разграничат буйками. Специалисты просят отдыхающих соблюдать чистоту, не оставлять после себя мусор, выбрасывать его в контейнеры. Собирать мусор будут не реже 2 раз в день, а при большой нагрузке кратность уборки увеличится. Напомним также, что на пляжах запрещено курение, распитие спиртных напитков и выгул домашних животных. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Дать вторую жизнь старым вещам. В Струковском саду сегодня прошел экофестиваль. Своими идеями, как сохранить экологию, поделились не только активисты, общественники, но и представители вузов и предприятий региона. Там же подвели итоги конкурса «Эко-лидер». Кто стал победителем? В нашем сюжете. Любовь Воронина привезла на экофестиваль свои работы из села Рассвет. Вот уже 5 лет она возрождает в Ставропольском районе сеть ткацких мастерских. Учит всех желающих изготавливать вот такие ковры из ветоши. Это ремесло, которое в нашей российской крестьянской семье перешло в искусство. Ты же не только ремесленник, ты еще и художник. И когда-то весь дом крестьянской семьи был убран тканными вещами из отходов. У крестьянина не было мусора. Крестьянин всегда все перерабатывал. Дает вторую жизнь старой одежде и Марина Донетти. Себя она называет текстильной феей, хотя по образованию дизайнер-швейник. Марина узнала о результатах исследования, проведенного австралийскими учеными. Из него следовало, что более 90% вещей оказываются в мусорке из-за небольшого пятна. Теперь она занимается кастомайзингом, дает одежде новую жизнь. Вот эту курточку Марина расписала акриловыми красками, которые не боятся стирки. А эти шорты прошли процесс травления. Вот это именно техника, когда ты пишешь картину и не на холсте,
которую дома ты видишь, что только ты один. А ты ее носишь, и ты понимаешь, что эта вещь может служить долго, и мы бережем природу с помощью вот такого творчества. Сегодня вопросами экологии занимаются огромное количество волонтеров, экоактивистов, общественников. Именно они выдвигают новые идеи, которые потом воплощаются в жизнь. В рамках нацпроекта «Экология» огромное число вопросов решается по строительству и реконструкции очистных сооружений в регионе. Областные власти укрепляют материально-техническую базу подразделений, которые занимаются лесами. Серьезные реформы происходят в сфере обращения с отходами, более 40% которых сейчас перерабатывается. На экофестивале свои идеи представили и предприятия региона, и университеты. Может быть, даже вкладывать какие-то небольшие средства в том, чтобы создать какие-то элементы навигации, сделать посещение другими людьми этих пространств более удобным. В конце фестиваля подвели итоги конкурса «Эко-лидер». Он прошел в 11 номинациях. В номинации «Город» участвовали муниципалитеты, которые предпринимают серьезные шаги для улучшения экологической ситуации. Например, строят очистные сооружения. Третье место занял Новокуйбышевск, второй – Кинель, а первое – Сызрань. Виктория Шары, Константин Головин. События. В Самарской области проходит фестиваль «Музыкальная экспедиция». Сегодня для жителей Самары прозвучали шедевры классики и хиты группы «Моральный кодекс». Как прошло открытие, расскажет Максим Магомедов. Уникальный фестиваль «Путешественник» добрался до Самарской области. Каждый год команда музыкальной экспедиции ездит по новым местам России. В этом году открытие фестиваля состоялось на летней эстраде Струковского сада. Его уникальность заключается в том, что он включает в себя концерты высокой музыки под открытым небом. Этот фестиваль, он недаром называется «Экспедиция». Он про то, как через культуру, через музыку, через вот это соприкосновение с разумным, добрым, вечным и прекрасным мы открываем для себя те места, где мы живем, то, куда мы путешествуем. На сцене Струковского сада симфонический оркестр Самарской филармонии исполнил шедевры мировой классики и хиты группы «Моральный кодекс». Лидер группы Сергей Мазаев – известный рок-музыкант и певец, однако в рамках фестиваля он выступил и в качестве инструменталиста, сыграв для слушателей на кларнете. Здесь стопроцентные музыканты настоящие, понимаете? Когда вас признают за музыканта, это греет душу невероятно. То есть потрясающий музыкант, а мне находиться в них как-то очень... даже немножко стыдновато и престижно очень. Зрители становятся нашими соучастниками, независимо от того, где они находятся. Мы стоим на сцене и играем музыку, и все. А где это там? Какая разница? В дуэте с Сергеем Мазаевым выступил известный кларнетист Игорь Федоров. Он уже не в первый раз принимает участие в музыкальной экспедиции. Говорит, что каждое выступление дарит ему невероятное наслаждение. Невероятное удовольствие. И вот Самары, я тут много-много раз с детства играл и был, и знаю очень хорошо город, и обожаю ваш город. Слушателям дает, мы даем свою энергию, а слушатели дают нам. Так и всегда бывает, да, мы обмениваемся нашими энергетическими посылами. Музыкальная экспедиция проводится с 2014 года. Сначала она проходила только во Владимирской области, но с прошлого года музыканты ездят по всей стране. Заслуженный артист России и арт-директор фестиваля рассказывает, что такой формат позволяет представить широкой аудитории мировую музыкальную классику и расширить ее кругозор. У нас страна такая огромная и такая труднодоступная история с классической музыкой, но хорошие исполнители, ясное дело, приезжают в столицы регионов. А вот чтобы... какие-то отдаленные села или какие-то красоты. То есть, с одной стороны, люди, которые живут в этих местах, они имеют возможность вдруг для себя открыть что-то новое. А люди, которые знают и приезжают на концерты специально, они открывают для себя какие-то невероятные красоты. Дирижер Самарской филармонии поделился, что организация выступлений симфонического оркестра на открытом воздухе непростая, но очень интересная задача. Это наш первый концерт на воздухе в этом сезоне. Это интерес, это сложно, насколько может быть и звуки, и за улицы, и так далее. Но это очень интересно, мы очень рады сыграть на воздухе. И тоже играть такой интересный репертуар. У нас очень много всяких разов. У нас и с Вивальди, и Равелли, и произведений даже Шостаковича. Музыкальная экспедиция проходит при поддержке Министерства культуры России, Росконцерта, областного правительства, администрации Самары и Тольятти. Продлится фестиваль до 5 июня и охватит сразу несколько локаций в регионе. Заключительный концерт пройдет в Тольятти в парковом комплексе истории техники имени Сахарова. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. День рождения Александра Сергеевича Пушкина отметят в Самаре. Праздник пройдет 6 июня в 17 часов в сквере, который носит имя поэта. Какую программу приготовили, расскажем далее.
Председатель Пушкинского общества Самары Владимир Смирнов день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича отмечает с не меньшим удовольствием, чем свой собственный. Он всю жизнь влюблен в творчество поэта. А в этом году праздник двойной. 6 июня исполняется 223 года со дня рождения Пушкина и 35 лет со дня создания Пушкинского общества Самары. В память о поэте Владимир Михайлович даже приобрел в антикварном магазине вот эту трость. У Пушкина была особая трость, особо тяжелая трость, потому что он постоянно с ней ходил, чтобы тренировать руку для будущих дуэлей. А дуэлей-то было больше 20. И вот, к сожалению, только последняя дуэль так трагически завершилась. Но вот традиция пушкинской трости, ну вот она перешла и к нам. 6 июня в 5 часов вечера в сквере, носящем имя великого поэта, возле театра драмы для самарцев развернется праздничная программа, подготовленная Пушкинским обществом, Институтом культуры и Департаментом культуры администрации Самары. Я думаю, что ценители слова Пушкина в полной мере могут насладиться. В этот раз мы Пушкина читаем, мы Пушкина играем, мы Пушкина поем и даже Пушкина рисуем. Поэтому здесь вот на пленэре у нас будут художники, которые по мотивам произведения Александра Сергеевича на тему творчества Александра Сергеевича будут творить на протяжении всего нашего праздника. Перед гостями праздника выступят артисты Самарской филармонии. Они исполнят литературно-музыкальную композицию по романсам на стихи Пушкина. Актеры самарских театров прочтут отрывки из произведений Александра Сергеевича. Прозвучат фрагменты произведений «Полтава», «Сказка о царе Салтане», «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан». Будут читать и Пушкина, и, конечно, много своих. У нас много пушкинистов, которые посвящают Пушкину свои стихи. У нас вот прямо специально в книге есть глава посвящения Александру Сергеевичу Пушкину. То есть оду Пушкина вот до сих пор продолжает эстафету уже самодеятельных поэтов. И нам это приятно, что в Самаре вот такое движение очень активное, очень азартное. Кроме того, в сквере имени Пушкина пройдут мастер-классы. Поклонников творчества научат танцевать вальс, изготавливать цилиндры – любимый головной убор поэта. В сквере будут организованы тематические фотозоны. Пройдут викторины на тему произведений автора. Все это будет сопровождаться игрой муниципального духового оркестра под руководством Марка Когана. Прозвучат сочинения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и Георгия Свиридова. Виктория Шара и Константин Головин. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС», обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Безопасность в приоритете. В Самаре разрабатывают соглашения между администрацией города и кикшеринговыми компаниями. Об этом сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской». По предварительным прогнозам, документ должны подписать уже в июне. В этом соглашении будет прописан перечень ограничительных мер и запретов, которые должны применяться к работе самокатов. На данный момент есть две четкие позиции. Документ должен регламентировать территории, которые в принципе недоступны для передвижения такого рода устройств, а также локации, на которых скорость самоката должна быть ограничена не более 15 км в час. Руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова рассказала в своем телеграм-канале о встрече с коллегами из Ульяновска, которым продемонстрировали муниципальные учреждения. Одно из таких мест – детская библиотека народов Поволжья. Она открылась в прошлом году после обновления в рамках нацпроекта «Культура». Как и во всех таких проектах, администрация города старается создать современное досуговое пространство. Здесь уютно и комфортно, много книг и плотный график интереснейших мероприятий. А дети приходят не просто за книгой, а пообщаться, посмотреть фильм или послушать стихи, посетить целую музейную экспозицию. С большим удовольствием жители Ленинского района побывали на фестивале ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России и увидели выступление коллектива Черноморского флота. Об этом сообщает телеграм-канал района. Программа вызвала восторг. Русская классика, старинные матросские и солдатские песни, песни и танцы народов мира, современные музыкальные произведения о родине и военно-морском флоте, хореографические композиции, матросские пляски и, конечно, всеми любимое «Яблочко». А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и во «Вконтакте». Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи!